Сегодня на футбольном поле Уральского федерального проходит одно из самых уникальных и специфичных спортивных событий для студентов. УРФУ принимает универсиаду среди вузов Свердловской области по регби. 4 лучшие команды области собрались вместе для того, чтобы определить, кому же из них достанется главный приз турнира. Это федеральная лига сейчас играется. У нас собрано 4 команды, да. Мы пригласили 4 команды. 4 команды в плане одна команда из города Екатеринбурга, это новая команда, которая называется «Прогресс». Вот. И все остальные 3 команды это как бы наши звеневые капитаны, которые вот с факультетов ребята собрались, набрали игроков и участвуют в сегодняшнем турнире. Поучаствовать в соревнованиях изъявили желание и девушки. Ну, он очень активный, командный вид спорта, поддерживает дух команды. Именно ты учишься работать с партнером. Ты не эгоист, ты именно душа компании, ты работаешь, отдаешь пасы какие-то. Ну, учишься вот этой образности команды. Но так как сегодня это был первый раз, когда я вообще играла в нормальных играх, не на тренировках, то я очень даже хорошо оцениваю свое выступление. Я попробовала, я попыталась пройти в захват, ну что-то получилось, что-то нет, пас где-то получился, где-то нет. Ну, в целом очень хорошо прошло. Универсиаде среди вузов Свердловской области победила сборная Уральского федерального. Второе место у команды из Уральской государственной медицинской академии, а третье место заняла сборная вузов.